Всем привет! Blender 2.81. Этот ролик еще немного по тексту пройдемся для заставок или для чего-нибудь еще. Название канала, с которого эта информация взята, оставлю в описании под этим роликом. Ну и погнали. Delete, удаляем куб. Семерка на numpad, Shift A, добавляем текст. Табулятка, заходим в Edit Mode. Так, колесиком можно приблизить все это дело. Смотрим Backspace, удаляем буквы ненужные, переключаемся Shift-Alt на английскую раскладку на клавиатуре и пишем Army Man или еще что-нибудь. Теперь табуляция, заходим в объектный режим, находим букву А, вот здесь вот находим геометрию, ставим толщину буквам, следом заходим в фонд, находим какой-нибудь шрифт. Ну давайте стройки вот этот опять возьмем. Так, теперь тройка на numpad, делаем R, переворачиваем текст. Единица на numpad, G, ставим его по центру. Единица на numpad. Заходим в облик, находим конвертация в mesh, конвертируем надпись, вот эту букву в mesh, заходим в табуляция, в режим редактирования нажимаем английскую A, Alt-M, жмем By Distance, удаляем дублированные вот эти вот вершины. Так, табуляция, заходим теперь быстрые эффекты и подключаем аддон, о котором я уже показывал в прошлых роликах. Ссылку на этот ролик кину в описании. Посмотрите, как его установить и как он работает. Нажимаем ОК. Пишем вот в эту коллекцию Cell или любое название. Ну и жмем ОК. Вот идет деление на части вот этих букв. Ждем. Так, коллекцию можно свернуть, исходный текст отключить. Ну и поднастроим вот эти вот куски. Выбираем один кусок какой-нибудь, находим физику, находим Rigid Body. Так, ну и ставим Surface Response трения на 0. Так, Sensitivity на 0, галочку. И Dynamic ставим деактивация. Копируем теперь вот эти настройки на все куски. Как? Выбираем правой кнопкой мыши Cell. Жмем Select Object. Выделяем все куски. И все это дело в Rigid Body Copy from Active. Копируем настройки на куски. Так, смотрим, что происходит. Надпись у нас падает. Это нехорошо. Выбираем вот эту функцию сцены и гравитацию здесь отключаем. Все, теперь буквы будут стоять. Находим, вытаскиваем вот этот таймлайн. Ставим 100 кадров. Enter. Можно пока опустить. И добавляем какой-нибудь предмет. Танк, сферу, куб. Без разницы. Так, я добавлю танк. Импорт. Упс. Так, танк 2. Вот такой вот танк. И делаем ему семерка на numpad R. И английское S уменьшаем. Так, единица на numpad с помощью MOV отводим в бок. И вот этот танк поднастроим тоже. Так, добавим ему физику. Выбираем сам танк, Rigid Body, так, анимация, трение оставляем и ставим коллизия морфинг, вот этот, на 0. Прописываем теперь анимацию. Первый кадр
пишем и локация, и последний кадр. Так, выбираем танк, перетаскиваем его вот сюда. Пишем и локация. Ну и смотрим, что получится. Вот танк едет, надпись стоит, и надпись разлетается. Ну, все прикольно. Так, единица на нампаде на начало. Включаем камеру. Семерка на нампаде. G. Перетаскиваем ее на середину. R. Тройка на нампаде. R. Выравниваем и ставим вниз. Вот таким вот образом. 0 на нампаде. Army Man. 0. Семерка. Еще немножко подкрутим G. 0. Вот теперь нормально. И поставим поближе. Вот таким образом. 0. О! G английская. Подрегулируем. R. Можно немножко ее подкрутить. Можно вот так вот поставить камеру. Ну, чтобы с искривлением было. Смотрим. Play. И вот наискось танк идет. Прикольно. Можно поставить его ровно. R. Английская. Выравниваем надпись. Ну, такая штука. Добавляем теперь задний фон. Добавляем еще какие-нибудь тут вещи. Можно автомат потом добавить. Или после того, как вот эта вот буква разлетятся, можно добавить, чтобы солдаты выходили. Или вертолет вылетал. Ну, фантазия, все, что хотите. Ну, вот такой вот способ анимации. Все, всем пока, до свидания.